Всем привет. Да? Нет, громче скажи, так не слышно ничего. Всем привет. Ага, здорово. Короче, сегодня с ночевкой в озеро Елисяве. Два мотора, Сипро и Тухацу. Будем на Тухацу дорожить. На Сипро туда уедем сразу. Ну вот, 14 там в речке покидаем. И в домике переночуем. Все. Вот так вот мы транспортируем свою лодку. Телепортируем от дома. Короче, такая тема. Гладиатор 380. После Норвика 320. Маленькая стала на третий рыбок. Теперь, короче, уже 380, гладиатор уже маленькая. Мы не вылазим с Мишей. Решили немножко подороже. Сейчас по ветру пройдем. Подороже. На, Мишка. Ну вот. Пирожков купили по дороге. Ну, чтоб не похудеть. А то прям все мои друзья, все говорят, что я толстый. Ну и Миша такой же. Ну ничего. Время придет, похудеем. Надо было ближе к берегу. Так что озеро Енисярви. Вот. Распускаем 4 спиннинга. Вот. Сейчас по этому берегу пройдем, по ветру пройдем. На уху поймаем. Что-то бери пиццу. Вот. Первая поклевочка сразу же так раз. Сматывай. Туда отклоняй и сматывай. Мишенька, надо вот так подать. Вот. Все, вот так подать. Видишь какой? Да. Вот такой щурь небольшой. Ну мы его отпустим, наверное, да? Ну я сейчас фотографируюсь. Фотографируешься? На твой телефон. Так на камере возьмешь. А, ну да. Да. Ну и так сильно тянуло, я прям не мог. Мелковато. Короче, по ветру немножко прошли. Один щупарик подцепился. 1,4. Ну вот. Там может быть подцепят. Ну вот. Короче, вроде на моторе получается, на этом, на большом дорожечке. Но у нас с собой бензин, маленький мотор взят. Мы сейчас порыбачим.
потом немножко отдохнем, а к вечеру уже повесим тухацу маленький и будем дорожить. Где получится, а так? Короче, вышли на берег. Ну, в речке покидать. А там уже кто-то кидает. Пришлось здесь. Будем кидать здесь. Метки. Забыл это крепление на голову дома. Ой, дома, в машине. Блин, придется со штативом ходить. Но богатый место. Вон те деревья. Ветер сильно поднялся. Волна сильная, и это, ну, не удержаться, короче. Поедем на берегу, посидим. Снимает? Все на самом деле. А мне больше ничего не надо. Я получаю удовольствие, отдыхаю. Пускай суббота, воскресенье, но мне нормально. Волна сильная. Ветер сильный поднялся. Это около 11 метров в секунду. Сейчас к избушке придем, к домику. Там тихо должно быть. Духу поработать. Но ветер не стихает. Вот прохладно, блин. С таким ветром, да. А, на глубину идти, ну. Сейчас. Выходили на берег, избушка занята. Домик наш.
потом вечером. Пока, короче, не клюет. У меня же не клюнуло. Давай. Тяни давай. Да стой. Что? О, кусок. Да. Вот такой вот кусок Миша поймал. Ура! Мишка рыбку поймал! Ура! Вот так. Ладно, после второй поклевки он уже. О! Щука. Щуку поймал. Миша щуку поймал. Щука. Да куда так далеко тянешь-то? Отпусти немного. Все. Ой. Да. Еще отпусти. Да. Вот так, все хорошо. Его теперь подымай, так, чтобы я взял за леску. Вот. Вот сюда леску давай. Вот. Все, поднимай спину кверху, чтобы не сломать. Спину кверху поднимай, не надо так вот. Так можно потерять спину. И вот, вот я раз так. Оп. Опа. И сюда. И вот, на, держи. Вот так, держи за поводок, да? Я тебя сниму вот так. Показывай, Миша. Выше подними. О, ура! Миша обрыбился второй раз. Здорово. Да ты что? Да? Идет, да? Да, идет. Да, да, подожди. Смотрите, какой я прикол. Опусти подальше, поднеси к камере. Смешно. Это что, вы бы так сделали? Смотрите. Мне все равно уже какой-то жене помаду купил. Чего? На банку пива дадут, блядь. Так это, ну если с работы в этом году не уволюсь, на следующий год хочу Ямаху купить 4-тактную. 9,9. Я думаю, ее хватать будет. 18 сильный многовато. Потому что. Поднимает, да? Ну вот вообще не нужен он. Он не нужен. Да, потому что дороже, что он быстроват. Он не глохнет, нормально, держит, все. Но он быстроват. Вот. Мощности лишняя, нахуй. Он раз и все наверху, и все полностью загружено. Там, да, два мотора, бензин, там, да. Да и Сашку. Вас двое, трое. Да, да. И едешь все равно на средних оборотах, потому что волна. Ну, потому что шмуде прыгает. Конечно. Но была бы лодка длинная, тогда бы, да, 18-я. Это лодка все-таки 3,80, а не 4,40. Вот. Была бы поменьше. Нет, для этой лодки вот 9,9 Ямахи. Во, 4-тактов хватит. Этот продашь тут. Да. Этот продам на следующий год. 18 новых, конечно. Многовато. Это будет для кота. Таскать его тяжело. Я уже. Ну, сколько весит? Килограмм 25-30. Больше. Больше? Больше. Под полтинник, что ли? Ну, килограмм 40. Ни хера себе, мешок сахара. Попробую поднимать. Я несу его, блядь. Ты еще. Да, Сара? Она уже сюда. Она грелась при его. Грелась, да. Она у меня молодец. Иди так, еще погрейся, Сара. Так, такая интересная. Камушки горячие. Иди. Да. Да, Сара? Сиди сюда. Я уже постоял, посидел. Вот такой вот грязный берег у нас.
тут вода ушла. Вода ушла, и на лодке теперь, блин, до берега не доплыть, ну, не дойти. Вон, приходится оттуда метров 50 волоком тащить по грязи. Вот. Березка упала. Вот такой домик наш. Опа. Вот такой домик. Он двухэтажный, но так можно. Всем доброе утро. Миша, доброе утро. Скажи людям. Всем доброе утро. Решили подорожить с утра, пока ветра не сильного нету. Решили подорожить. Миша у меня тянет рыбину. Миша, улыбнись. Вот так вот. Молодец. И рыбину тянет. Вон, что-то там такое. Мелкое-мелкое, блин. Ну, длинное. Что-то подцепил, интересно. Что-то подцепил. Кушок, ну? Кушок. Ну. О, сдался. Да-да-да, кушок. Иди сюда. Не-не, а? Кушок. Ну. И нормально такой. Нормально. Погода стихла. Чуть ли не штиль, ну небольшой ветерок, на лодке остановились. Попробуем, поджигуем немножко. На джиголовку. Второй щукарь. Первого уже выкинул. Второй, блядь, тут же подтопился, блядь. Да, подними. Так, вот так. О. Короче, два заброса, два щукаря. На этой ноте будем заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Клюет плохо. Вообще не клюет, точнее. Но подорожили с утра, не получилось. Но не клюет. Но поджигавали, не клюет. Короче. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем хорошего настроения. Да? Сара, скажи пока. Апчик, скажи, сделай апчик. Так что щури клювали, выкидывали. Ничего крупного нету. Так что вот так, ладно, пока.